старший дознаватель, майор полиции Точилина Ольга Гавриловна. Сотрудниками уголовного розыска была получена информация о том, что в одном из гаражей на территории Гренинского района может храниться незаконно огнестрельное оружие. В связи с этим был следственно-оперативной группой осуществлен выезд. И непосредственно на месте в одном из гаражей, расположенных на территории Грязинского района, было обнаружено огнестрельное самодельное оружие. В помещении гаража было обнаружено огнестрельное оружие, стартовый револьвер, переделанный под калибр 7,62, два предмета, похожих на пистолеты, порох более 250 грамм, самодельные боевые патроны различного калибра, около 100 штук. Все это было в процессе осмотра изъято, упаковано все в присутствии понятых. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому ведется расследование. В незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов подозревается в настоящее время местный гражданин, житель города Грязи, ранее несудимый пенсионер.